Методист учебно-спортивного центра «Автогородок» Ольга Бражникова преподает азбуку дорожного движения на протяжении 20 лет. Учить детей правилам дорожного движения и поведению вблизи автомобильных трасс ей нравится. Традиционно в День защиты детей сотрудники госавтоинспекции и преподаватели автогородка провели квест-игру «Вместе за жизнь на дорогах». Мы вместе все, и пассажиры, и пешеходы, и водители, и ГИБДД, и юные инспектора вместе за жизнь на дорогах. Квест-игра состояла из 10 станций, на которых команды показали знания правил дорожного движения. Перед детьми стояла задача рассказать о знаках для пешеходов, о том, какие медикаменты входят в автомобильную аптечку, и пройти итоговое тестирование. Последним заданием стало создание плаката на тему безопасности дорожного движения. Стараемся детям напомнить об этих правилах дорожного движения, то есть даже в рамках конкурса, чтобы у них все равно это отложилось в памяти, чтобы элементарно переход на зебре, это спешиться нужно как на самокате, так и на велотранспорте. Как показывает статистика, именно в это время у нас происходит рост детского дорожно-транспортного травматизма, потому что дети перестают посещать образовательные учреждения и большее время находятся на улице, следовательно, чаще переходят проезжую часть, больше находятся во дворах. Квест-игра «Вместе за жизнь на дорогах» стала выпускным зачетом для учеников. Все участники успешно справились с заданиями. Мария Левина, Никита Колосов, Максим Гусев. События.